say, I will only begin your way. Я вдруг с ума сошел. Ну а как это называется? Стоит тут подсматривает. Да я не подсматриваю. А что ты делаешь? Подслушал. Ну, в смысле, слушал, как ты поешь. Да ты что? Слушают вообще-то за дверью. А внутрь заходят, чтобы подсматривать. Ай-яй-яй, пожилой человек, и туда же. Лизавет, ну прекращайте. Ну, я серьезно говорю, я услышал, как ты поешь, заслушался. И знаешь, что я тебе скажу? У тебя талант. И что? Как что? Тебе учиться надо. Зачем? Чтобы тебе голо петь? Ну, это тьфу на тебя. При чем тут это? Нет, в самом деле, найду тебе педагога, хорошего педагога. Он подтянет и твой вокал, и все. Все, путь в шоу-бизнес, как говорится, открыт. Дед, вообще-то путь в шоу-бизнес лежит не через вокал, а через постель. Ну, в этом вопросе я за тебя не волнуюсь. Ди! А вот над голосом поработать надо. Так что подумай. Пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Лиза, давай быстрее, ждут. Да иду. Иду, нафига вообще сюда иду? Так, не начинай. Что за дурацкая манера вот эта? Давать заднюю на середине пути. Инесса Эдуардовна очень хороший специалист. Ее ученики поют даже в Ласкало. Тоже мне достижение по кабакам петь. При чем здесь кабаки? Ласкало — это кабак в центре. Как же с тобой тяжело. Давай договоримся так. Ты молчишь, улыбаешься, а я говорю, окей? Окей. Вот здесь. Видишь, сэр, проходи. Ну и где она? Где-где? Задерживается. Ну, скоро будет. Ты опоздал на 7,5 минут. Инессочка, душа моя. Здрасте. Время летит, но, кажется, мимо тебя выглядишь обалденно. Меркулов, я сюда пришла слушать не твои жалкие комплименты, а твою девочку. Сейчас сделаем. Понял. Так, Лизет, пой. Так а что петь-то? Спрашивай, что петь-то? Что-нибудь из классики. Лизавета, будьте добры, что-нибудь из классики. Из классики? Она знает, что такое классика? Конечно, классика — это ее конек. Давай. А, окей. Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна, и нам не до сна. Я иду по городу, словно чумачеч. Достаточно. Спасибо. Здорово, правда? Не то слово. Да. Всего доброго. А ты куда? Дождись меня, никуда не уходи. Инесс, постой, ты куда? Инесс, ты куда? Александр Николаевич, мы вам обязательно перезвоним. Да, знаю, я тебе перезвоним. Ты же ушла, даже не дослушала. Почему? Все, что нужно, я уже услышала. Инесс, вот ты же сама видела, она
интересная девочка. Я не знаю, это вы у нас специалист по интересным девочкам. 20 лет прошло, а ты все еще на меня обижаешься, что ли? Сашенька, а ты прекрати свое самомнение. Мне уже 20 лет не интересуешь ни ты, ни твои любовницы. Ну, Инесса, ну, во-первых, она не моя любовница. А во-вторых, ты интеллигентный человек. Я никогда не думал, что ты будешь смешивать личное с профессиональным. Я так обольщена. Спасибо за столь высокую оценку моих скромных способностей. Вот из-за таких, как ты, равнодушных, всякие бездари выигрывают в конкурсах. Ну хорошо, пламенный защитник униженных и оскорбленных. Позанимаюсь я с твоей шансонеткой. Только услугу придется отработать. В каком смысле? Как в прямом. Жду тебя сегодня вечером в 20:00 у меня дома. Я надеюсь, адрес ты не забыл. Куда? А? А что, не видно? Я в душ. Так ты с утра вроде мылся уже. И что? У нас что, лимит на воду? На улице жара, я по расписанию должен мыться? Да ради бога, сейчас спросить нельзя. А что, помыться нельзя? Мойся. Спасибо. Дед, а ты что, реально куда-то собираешься? А что, мне уже и собираться нельзя? Можно, просто интересно. Интересно ей. А может, я сегодня это, с друзьями в какой-то веке в шахматишки решил перекинуться? А, и поэтому ты на себя полбанки одеколона вылил? Ну, вылил, и что? Что ты за человек такой? То тебе воды жалко, то одеколона. Может, мне дышать еще перестать? Дыши на здоровье. Я это прошу вас. Ну, удачки тебе в шахматно-шашечном турнире. На-ка, вот я тебе подготовила. Стимулирует процесс, добавляет сил, ну и там все такое. Знаешь, я пока и без стимуляторов справляюсь. Поучи меня еще в шахматы играть. Поиграй на здоровье. Это от давления. Так все, короче. Бог ты мой! Александр Николаевич, какой вы выразительный! А, зачем же так потратились, голубчик мой? Ну как же, за встречу положено. И главное, вовремя пришел и опоздал. Прямо не перестаете меня удивлять. Так а что ты замер там в дверях? Сейчас. Проходи, я не кусаюсь. Пока. Саш, так и будешь в коридоре торчать? Я иду уже, конечно. Да, раньше ты как-то посмелее был. Так раньше мы помоложе были. То, что я был
помоложе, а ты прямее сейчас, ты молодая. И комплименты у тебя были как-то поизящнее. Да, много, конечно. Ну да. Ну? Что, так и будем сидеть? Хотелось бы, ну, как бы... Может быть, для начала в ванную? Ты думаешь? Уверен. Да, правильно, для начала в ванную, правильно. Да, да. Сашенька, а? Джентльменский наборчик ты бы оставил. Его никто не заберет, я посторожу. Ах ты! Это вот и тортик, и шампанское. Цветы. Мои любимые, не забыл. Да как же я забуду, конечно, не забыл. Забыл, куда идти. А нет, я помню, ванную. Да. Ванную, да. Это ванная. Входи. Ух ты, а что здесь происходит? Так и ты сама сказала, прими ванну, я, собственно говоря, я вот. А, Сашенька, ты всегда перед тем, как чинить канализацию, принимаешь ванну? Чинить? Да, чинить, а ты что подумал? Я? Так и подумал, думаю, надо будет эту канализацию чинить и разделся, чтобы не забрызгаться. А это правильно. Кстати, помнишь, 20 лет назад ты вышел за вантузом и не вернулся? Мы снова встретились. Держи. Давай. Слава Богу. Что, слава Богу? Я говорю, слава Богу, у тебя вантуз есть. С ним дело, конечно, пойдет гораздо быстрее тут. Тебе видней. Не буду мешать вам с вантузом. Так, ну что, давай для начала посмотрим, как ты дышишь. Давайте. Для начала встань. Так я стою. Ровно. Встань. Угу. Запомни, ты дерево. Угу. Ствол. Крепкие корни. Расправила ветви. Сделала вдох. Рот закрой. И сделай вдох носом. Так, вот сюда дышишь. Диафрагма. Зажала замок. И резко на выдохе. Как ежики. Стоп. Я сказала ежики, а не лошади. Еще раз сначала, дерево. Вдох. Куда ты влечешь? Тут у тебя два тяжелых кирпича. Так, вдох носом. Зажали замок. Ежики. Стоп. Так, закончили с ежиками. Давай сейчас попробуем глиссанда. Чего, простите? Глиссанда. Езда по нотам. Не думай, сделай вдох. И как на саночках с горочки. Пробуй. И за саночками на горочку. И погрели внизу моторчик. А дышать кто будет? Извините, когда я уже буду петь? Ну, знаешь, деточка моя, с таким рвением, может быть, никогда. Давай распевочку. Не такой плоский звук.
надо изображать мне оперную певицу. Кругленько, как под куполом в храме. Маму. Стоп, а что ты мне все время маму зовешь? Где ты там маму увидела? Мимо мамо му, мимо мамо. Да какая разница, буквы все равно одинаковые. Ты знаешь, у Каруза и Бузовой буквы тоже одинаковые, а разница колоссальная. Да короче, блин, у меня не получается. Да и не получится. Куда ты села? Да я задолбалась уже маму мукать, поэтому и села. Сидя, никто не поет. Как никто? Вы же поете или вы никто? Это ты, деточка, никто. И кем останешься со своим характером? Да это вы со своим характером в полтосы остались ни с кем. Мне 45! Ты что смотришь? Я думал, тебе 40. Да пошел ты. Инесочка, я сейчас. Лизавета. Лизавета. Ну, стой, кому говорю? Все, не начинай, я больше к этой старой кошелке ходить не собираюсь. Я согласен, ну, Инесса, характер не подарок. Не подарок, это коробка конфет на 8 марта, а Инесса твоя какой-то тупо монстр. Да ладно, ты не перегибай, не такой уж она и монстр, но зато педагог от бога. Да какой она педагог? Не так сидишь, не так стоишь, какие-то ежики у нее на саночках спускаются, бред какой-то. Ну, это ж первое занятие, сразу же ничего не получается. А для того, чтобы чего-то добиться, нужно же пахать, как ты хотела. Я никак не хотела. Вообще не знаю, зачем я сюда пришла. Ты пришла, чтобы у тебя цель в жизни была. Чтобы талант свой развивать, а не в землю его закапывать. Первые трудности, и ты в кусты, слабачка. Деда, ты теперь постоянно будешь лезть в мою жизнь? Я могу хоть иногда решать, что мне нравится, а что мне не нравится. Чего я хочу, а чего я не хочу. Ты задолбал уже. Да ради бога. Я тебе и слова больше не скажу. Давай, возвращайся к своим олигархам, верти там перед ними задницы и зарабатывай себе на новые сиськи, пожалуйста. Чем хочу, тем и верчу, понял? Я тебе так скажу, вот сейчас уедешь, домой можешь не возвращаться. Да не очень-то и хотелось. Тебе... Хорошо вечер. Девушки, все вышли? Девушки, мы закрываемся. Я охранник. Вы, извиняюсь, как здесь оказались? Как я здесь оказалась? А меня какой-то кретин в душе закрыл. Не знаешь, кто это? В смысле? Я же кричал, все вышли или нет? Значит, плохо кричал. Я почему-то ничего не слышала. Девушка, ну... Завтра у начальства будешь разрабатывать командный голос, понял? Капец. Живого человека в душе закрыть. А если бы выходной был, то мне что, с голоду сдохнуть? Ну, наш фитнес-центр работает без выходных. Центр, может, и работает, а ты точно нет. Ну, поймите, ну так получилось. Получилось просто. У него. Но понабирают на работу всяких, потом у них получается. Мы еще раз приносим свои извинения. Ой, за все, короче. Что-то еще? Понимаете, у меня сегодня сложилась такая жизненная ситуация, что я даже не знаю, как сказать. Что? Некуда идти? Ну, типа того. Подушка. Угу. Одеяло. Круто. Может, лучше на массажном столе постелить? Зачем? Здесь же он как в лучших отелях. А ты спал в лучших отелях? Нет. Но я спал на массажном столе. Такое себе удовольствие, я тебе скажу. Прошу. Спасибо. Так, будильник я на 6:30 поставил. Свет я выключу, душ. Ты знаешь, где душ. Ну все, Лиз, спокойной ночи. Подожди. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ну, я много чего знаю.
Например, что ты любишь латте и клубничный коктейль. Ты в баре работаешь? Ну, утром в баре, вечером в охране, да. Извини, я не узнала. Да не парься. Ну, мы же обслуживающий персонал. Ты что, должна каждый кофейный аппарат лицо запоминать? А я такой себе кофейный аппарат. Сделал кофе, положил сахар, выдал сдачу. Спасибо. На здоровье. И спокойной ночи. Слушай, ты, наверное, есть хочешь? Угу. Давай. Так я и говорю. Теперь она засчитается. Ну, я к ней всей душой, понимаешь? Она хвостом вильнула и уехала. Гнилая молодежь у нас пошла. Гнилая. Одни только бабки на уме. На кого страну оставляем, я не понимаю. Да ладно тебе, а ты сам не такой. Какой? Да такой же. Ты вспомни, в театре, когда проблемы начались, ты первый свалил в сериалах сниматься. Гонорары ему не те, роли не те, звезда, блин. Спасибо тебе, поддержал. Нашел кому жаловаться. А что ты думал, буду сопли подтирать? Говорю, как есть. Молодежь, она сама разберется. Без тебя, без старого пердуна. Кстати, хороший тост. Давай за тебя, за старого пердуна. Строкнули. Слушай, мы с тобой как в поезде. Курочка, картошечка, яички. За окном огоньки, незнакомый сосед в купе. И чуть-чуть влажноватая постель. Где она влажноватая? Ну, чуть-чуть. Зато купе просторное. И никого не подселит. И очереди в туалете нет. И санитарной зоны тоже нет. Кстати, девушка, а куда вы едете? Да я уже даже не знаю. Так не бывает. Вы же в кассе билет куда-то брали. Брала и даже уже ехала. Было все не так однозначно, но зато просто и понятно. А недавно выскочила на одном пыльном полустанке за беляшиком. А поезд ушел. Я вот стою сейчас вся такая распрекрасная, думаю. Догонять его? Или остаться и начать все заново? Ну, если сомневаешься, лучше начать заново. Тебе легко говорить. Знаешь, как страшно. У меня дед мент, генерал. И батя тоже мент. Ну и я сразу после школы в академию пошел. Так сказать, по накатанной колее. Потому что все было просто и понятно. Отучился год и понял, не мое. Вот не мое и все. И тогда мне стало реально страшно. Я тогда думал, блин, чувак, это ж так можно залипнуть на всю жизнь. Оно тебе надо? Это ладно. А представь бате менту сказать, что его сын не хочет быть юристом, а хочет быть... Обещай не смеяться. А хочет быть поваром. Блин, ты обещала. Извини. Так, а батя что? Как видишь, помощи нет, общаги тоже. Вот и работаю, чтобы хоть как-то жить. И живу там, где работаю. Учусь. И я тебе отвечаю. Когда-нибудь я обязательно открою свой ресторан. Но самый прикол знаешь в чем? Чувствую себя офигительно.
И самое страшное, что может случиться сейчас в моей жизни, это если мой батя мне скажет: ну вот, а я тебе говорил. Жил да был черный кот за углом. Мяу. И кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили кошка с котом. Говорят, не повезет, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Еще раз! Говорят, не повезет, не повезет. Я не поняла! А что здесь происходит? А что здесь происходит? Мы были в туалете. Александр Николаевич, ну как же вам не стыдно, а? Лариса Дмитриевна, просто маленькая такая вечеринка. Понимаете, решили с друзьями просто чайком побаловаться, с ирисками. Понятно. Ну что вы, честное слово, как подростки по подъездам. Какие вечеринки? Здесь же люди пожилые, здесь сердечники. А если что-нибудь случится, я же буду отвечать. Вынужден признать свою неправоту. Разрешите мне это откланяться. Куда вы пойдете в таком состоянии? Так и... Да? Чтобы вы завтра проснулись где-то на улице? Да если в жизни этого не прощу. Так, здесь переночуйте. Я сейчас вам на кушетке постелю. Как скажете. Что вы говорите? Ну, надо же. А кто мне еще вчера обещал в 7 утра прийти и все починить? Здравствуй. Немножко проспал. Понятно. Судя по амбре, я даже догадываюсь, почему. Вживался, так сказать, в роль сантехника? Ну, ладно, это перестань. Я вчера был сильно расстроен и сегодня пришел извиниться, и не только за себя. Ты прости, что так все вчера произошло. Да, уже заходи и заканчивай. Да, и еще. У меня занятия, поэтому никакими посторонними звуками, типа «Ёрш твою медь», меня не отвлекать. Цветочки в воду. Я буду как рыба. Продолжаем, Лисочка. Инесса Эдуардовна, а можно я дверцу прикрою, чтобы вашего сантехника не отвлекать? Конечно, Лизочка, с удовольствием. А то он так канализацию будет год чинить. Я так понял, ты их... Глухонемой? Ну, практически. Бедненький. Ну, зато с цветочками каждый день на работу приходит. Да, такой милый. И в шахматы хорошо играет. Да ты что? Ну, надо же, какие у нас разносторонние сантехники, да? Меркула, я сказала, сантехники. Так я вообще понял, Инесса. Продолжаем, Лизочка. Сантехники, сантехники. Сантехники. Мой кулак как гранит, в моем сердце огонь, моя черная кровь закипает во мне. Спасибо. Спасибо, достаточно. То есть достаточно? Там еще второй куплет, там главный смысл раскрывается. Не надо, спасибо, нам понятен весь главный смысл. Маш. А, спасибо большое, Варфоломей, мы вам обязательно перезвоним. Проходите, пожалуйста, выход, помните, где, да? Следующий, да? Ну, следующий. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сюда, пожалуйста. Сюда? Сюда.
Здравствуйте, Елизавета Якушева. Здравствуйте, Лиза. Ну, рассказывайте, почему вы решили участвовать в нашем проекте? Ну, как почему? Это же такой шанс проверить себя, что-то доказать. А еще потому, что это самое крутое вокальное шоу страны. Хорошо. Что споете нам? Глинка, романс. Глинка. Что знакомое, да? Группа какая-то. Да фиг его знает, их же столько развелось. Начинайте. Угу. Всем привет! Или, как говорится, доброго времени суток, мои горячо любимые подписчики. Отдельный привет всем, кто меня знает. Ну, там, друзьям, соседям, постояльцам Дома ветеранов сцены и лично его директору Ларисе Дмитриевне Крупениной, которая очень много делает хорошего для пожилых людей, когда... Лизавета, твою дивизию! Ну что ж ты за человек-то такой, а? Обязательно надо в кадр всунуться. Что-то не видишь, съемка идет. Че идет, простите? Съемка позакладывала. Ты мне сейчас запорола рабочий дубль. Дед, я в шоке. Пещерный человек взял в руки селфи-палку. А что снимаем? Видеозавещание? Не дождетесь. Видео снимаю. Для этого вашего интернета. Ты че решил блог завести? А что тебя так торкнуло? Там в интернете в этом передаче помойка. Как гофру починить, как машину починить. А я буду рассказывать, как жизни наладить. Ну да, ты у нас в этом большой специалист. Только ты ж не забудь рассказать, как влезть в дом побогаче и обнести чужую яхту. Вот какая же ты все-таки гадюка, Лизавета. Я и душу раскрываю, а она в нее ядом прыскает и прыскает, прыскает и прыскает. Будешь завтракать? Садись, я тебя оставил. Спасибо. Опять блины? Не было какой-нибудь колбаски там или курочки? Ну, извиняйте. Если бы некоторые на шее пенсионеров не сидели и работу все поискали, может быть, была бы курочка там, колбаска. А так, чем богаты? Ну, ничего. Скоро ты хайпанешь на своих видосах, и донаты рекой польются. Чего я делаю? Не заморачивайся. Пили свои лайфхаки. Только я тебе прошу, оденься как человек. Ну, мы же тебя покупали. Я лучше на телефончик снимаю, ну как-то живее получается. Я бы снимал на свой телефончик, если бы ты, Клуша, свой не посеяла, а мой не забрала. Кстати, мне никто не звонил? Нет. А, да, звонил дед какой-то бухтящий. Бухтящий? Mm-hmm. Это Иваныч. Что ты ему сказала? Сказала, что я твоя любовница, и ты после бурной ночи не можешь акклиматься и подойти. Да, ты вообще в своем уме больному человеку такое сказать? Его же от зависти ты паралич разобьет. Да ладно. Вот, звонят уже сообщить скорбную весть. Алло. О, неожиданно. Привет, это я. Ну, в смысле, Эльдар. А, привет, слушай, слава богу. А то я думала, где я телефон посеяла? Прости, я его сам только утром в клубе нашел. Вот, звоню по последнему исходящему. Слушай, а можно я сейчас подъеду и заберу его? Да без проблем. Правда, я сейчас не в клубе. Подъедешь на Васильковскую, 15, через час. Окей, договорились. Пока. Ну все, побежала. Как побежала? Ты только что прибежала. Ну а что делать? Такая жизнь. Лиску-содержанку ноги кормят. Лизавет, ты не обижайся. Это сам начальник записал. А сейчас просто не знаю, как переименовать. Ой, да ладно тебе, короче, не парься. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, делайте репосты, бейте в колокол, в камеру в руки и всем хайпов подкилим. Что случилось? Да прикинь, на ровном месте. Стою, никого не трогаю, жду тебя с твоим золотым айфоном. Подходят три амбала, смотрят на телефон, говорят, слышь, ты чё, гей? Я говорю, базарь попроще, дядя. Короче, в общем, слово за слово начался замес, в общем, я одного вырубил. Да я вижу, кто кого вырубил, тебе в больницу надо. Да какая больница, успокойся. Да ну реально, это же из-за меня, давай я тебя отвезу. Да тише ты. Сейчас нельзя. Там же еще где-то эти два амбала ошиваются.
прямо за углом не стоят. Только осторожнее. Капец. Стоять, что делать? Как они меня достали, а? Ты серьезно? По-другому никак. Эльдар, не надо, пожалуйста. Лиз, твоя жизнь в опасности. Слышь, уроды, меня ищите, да? Эльдар, не надо, пожалуйста! Алло, ты нормальный человек? Ты что по подворотне шаришься? Там Леша рвет и мечет. Давай бегом на площадку, через 5 минут снимаем. Да, Толик, сейчас иду. В смысле снимаем? В смысле кино. Это грим, это реквизит. А это Коля и Серега, мои коллеги по площадке. Я просто иногда еще в эпизодах подрабатываю. Капец, ты вообще нормальный человек, блин, за что весь этот ты чуть не родила? Ну, хорош, согласен, дурацкий прикол. Но ты же мне поверила, а значит, я хороший актер. Конечно, поверила, я же не думала, что ты такой идиот. Телефон мой где? Капец. Лиз, ну ты чего? Лиз, ну согласен, ну дурацкий прикол, признаю. Лиз! Ну что? Хочешь посмотреть, как кино снимают? А можно? Всем привет! Или, как говорится, доброго времени суток, господа! Меня зовут Александр, я пенсионер. Люди на пенсии. Кто они? Старые клячи? Списанный материал? Обуза для близких? Нет. Мы состоявшиеся личности с огромным жизненным багажом и бесконечными возможностями самореализации, которые именно в этот момент надо звонить. Алло! Алло, алло. Вот скажи мне, что ты за брехло? Не понял. Что ты не понял? Не понял он. Ты зачем соседскую девчонку подговорил сказать, что она твоя любовница? Ты что, меня совсем за идиота держишь? А я вижу, тебя уже заело. Что, жаба давит? Слушай, пошел ты! Молодец, Лизавета. Чтоб ты, Иваныч, провалился. Внимание, приготовились. Камера, мотор. Подорожник любви, кадр 2, дубль 3. Хорошо, начали. Ветер сильнее, Саша крупнее. Ветер сильнее, Саша крупнее. Хорошо, мусор пошел. Пошел мусор. Да, не вы, господи, встаньте на место. Так. Девочка с санками. Мужик с елкой. Пошли, пошли, противоход. Хорошо. И снег. Большой жирный снег. Новый год. Снег, снег пошел, снег. Стоп! Где снег? Лёш, снега машины не было, я дождь заказал. Понимаешь, я подумал, у нас такие зимы. Не надо думать. Не надо думать. Ты должен делать. Мое дело думать. Здесь есть мозг, здесь исполнение. Где снег? Что мне делать? На посте зарисуем это. Я полфильма уже из-за тебя. На посте дорисовано. Ты художник. От слова худо. Запиши. Делается. Давайте дубль, на исходные все. Приготовились. Внимание. Камера, мотор. Поехали. Ветер сильнее. Ветер сильнее, Саша крупнее. Сколько раз говорить? Мусор, мусор. Девочка, санки, елка. Живо идем, живо. Праздник, праздник, февраль. Снег, как дождь. Дождь, как снег. Жизнь, как ад. Уходим на трупы. Прекрасная новогодняя ночь и 2 трупа. Стоп! Где труп? Где второй труп? Где второй труп? Ты сценарий читал? Ты. У Финько ограничения, у нее спектакль, я тебе говорил, Леш. А я говорил, что мне накакать на ее ограничения. Она актриса. А я режиссер, модный режиссер, посмотри на меня. У меня фестивальное кино, у меня Канны, у меня жизнь кончается. Где труп? Не стой, не стой, не стой. Иди ищи, живой труп, женский, свежий, 25-летний. Леш, что? У нас актриса слетела. Ух ты, у нас актриса слетела. Просто с подружкой пришел. И что? Вон, посмотри, она тоже начинающая. Вот это подруга. Это хороший труп. Эй, чудовище! Дровосека! Бородач! Давайте через 5 минут, чтобы 2 трупа лежали у меня в кадре. Ну что, хочешь сын родной любви и славы? В смысле? У нас актриса слетела, и я подумал, может,
Спасибо, конечно, но я труп играть не собираюсь. Дай бог, кто-то из знакомых увидит. Да никто не увидит. Эту фигню вообще никто не смотрит. А штука гривен на дороге не валяется. Ну, так что? И как тут не согласиться с Александром Трифоновичем Твардовским? Который написал. Старость не радость, но ее должно переживать, не роняя достоинства, не впадая в жалобную растерянность, отчаянное озлобление и даже уметь с удовлетворением воспользоваться некоторыми преимуществами этого возраста. Да что ж ты будешь делать? Что тебе еще надо, старый ты маразматик? А это не Михаил Иванович. Это его любовница. Лидия Ивановна, вот как вам не стыдно? Всю жизнь играли Офелию, а опустились до старухи из Иргиль. А еще лауреат госпремии. Урод! Иваныч! Так. Так, собрались, давайте, хоть что-нибудь снимем. Полдня ни одной сцены. Камера, мотор. Подорожник любви, кадр 4, дубль 22. Приготовились. Начали. Слушай, ты в курсе, что ты на меня дурно влияешь? Чё это? Ну, мы с тобой один день знакомы, я уже и на матах валялась в асфальте. Чё ты делаешь? Ничего не подумай. Там по сценарию так было, мы так свинько на общем плане лежали. Стоп! Что происходит? Я не понимаю. Что это за зажимбосы? А? Я подумал, я ее телом своим прикрываю. Ты тоже подумал? Тут все сегодня будут думать, кроме меня. Ляг нормально, зомби-любовник, без зажимбоса. Камера-мотор. По сценарию говоришь? Там правда так. Приготовились, внимание. Начали. Ветер, Саша, мусор, санки, елка, снег. Стоп, кто? Кого здесь? Четвертовать, скажите. Извините, пожалуйста, я не знала. Спасибо, что не подумала. Господи, за что это мне, ну? Так это ж мысль, Лёш. Так, ты и мысль, две вещи не совместные. Это трезвая мысль, трупу звонить телефон. Это сюжетный поворот, понимаешь? Сейчас будет поворот резкий в твоей жизни. Ты третьим ляжешь, понимаешь? Ну ты ж сам говорил, что проседает третий акт. Все, осталось только придумать, кто ей звонит и зачем. Это саспенс называется, Лёша, саспенс. Миша, встань, дай мне стул. Я тебе сейчас... Уйди отсюда! Начинается всякой фигни. Саспенс. Камера, мотор. Приготовились. Внимание. Начали. Стоп. Иди сюда, чудовище. Значит так. У трупа звонит телефон. Так. Кто ей может позвонить? Допустим, девочка с санками. Миша, стул. Все, девчонки, спасибо, пока. Так, это уже похоже на преследование. Лиз, если ты обиделась, извини, я правда не хотел. Там по сценарию так было, я все просто забыл. Я бы в жизни так не поступил. Почему? Не нравлюсь? Нравишься, конечно. Не в этом смысле. Ну, и в этом смысле тоже, просто... Блин. О, Лиз, хорошо, что ты еще не уехала. Сможешь меня подвезти? Да, без проблем. Пока, сценарист. Пока. Осел, блин. Дед, я дома. Салют. Привет работникам IT-индустрии. Ты что, гастроном грабанула? А я что, по-твоему, честным трудом уже заработать не могу? Ты трудом? Ты лучше колись, откуда дровишки? В кино снималась. В кино? Я вот даже боюсь спросить, в каком жанре? Если ты о том жанре, 10 гигов которого ты скачал на мой ноут, то нет. Думаешь, что говоришь? И вообще, ты знаешь, я ничего не скачивал. Оно само. Я там как-то нажал, оно что-то случайно. Ну да. Случайно скачалась, случайно посмотрелась. Такое бывает. Ну, слушай, ну хватит демагогию разводить.
Пойдем, посмотришь, какой я видос запилил. Дед, ты запилил видос? Да. Меня пугает скорость твоего прогресса. С такими темпами ты скоро хакнешь посудомойку. Ты присаживайся. Ну давай, жги. Включай. Всем привет. Или, как говорится, доброго времени суток, господа. Меня зовут Александр. Я пенсионер. Это я только начал. Ну ты как-то издалека начал. И как тут не согласиться с Александром Трифоновичем Твардовским, который написал: «Старость не радость». Потому что пенсия не приговор, а ежемесячный гарантированный доход. Да, небольшой, но если правильно распланировать... Гёте дописал своего Фауста, когда ему было за 80. А Бернард Шоу, как вы знаете, продолжал творить и после 90. И творил, я вам скажу, ой, плодотворно. Да, зашквар. Понравилось? Угу, вообще, супер огонь. 0 подписчиков тебе обеспечили. Нашел кого спрашивать, ты даже фамилий этих не знаешь. Ну какая разница, знаешь, не знаешь. Дед, ну ты пойми, Ютуб — это тебе не театр. Здесь нельзя 2 часа размусоливать. Если сразу не зашло, то все, дизлайк и досвидос. А что это досвидос? Потому что надо быстро, интересно и желательно с юмором. Да? Да. Если у тебя все, то я пойду прилягу, а то я, в отличие от некоторых, сегодня работала, а не фигней страдала. Алло. Алло. Привет. Привет. Что делаешь? Да вот проснулась знаменитая, жду звонков от продюсеров, а ты линию занимаешь. Я понял. Я тогда быстро. Слушай, ты вчера на съемках зонтик забыла. Да ты что? А, точно. Это когда был снег как дождь или дождь как снег, а я как бы зонтиком, но без зонтика. В смысле? Ну, у меня вчера с собой зонтика никакого не было. Серьезно? Угу. А что же я тогда прихватил? Ну, не знаю, может, той актрисы, с которой ты до меня на асфальте обнимался. Я понял. Короче, слушай, в общем, с зонтиком или без, мы с друзьями решили потусить сегодня на гидропарке. Поэтому, если у тебя планов нет, приходи, будет весело. Ну, не знаю, планы есть всегда. Но они-то могут и поменяться. Не знаю, я подумаю. Ну, ты думай. А я в любом случае жду тебя на мосту в районе часа. Пока. Пока. Господи, ты что, еще не ложился? А? Ты сам столько кофе выпил? Тебе же жалко? Да мне жалко тебе на венок скидываться, очень мне жалко. Ты сейчас ласты склеишь, а что мне с тобой потом делать? Ладно, не заводись. Ты знаешь, Лиза, я проанализировал все твои слова и все придумал. Ты на сегодня ничего не планируй, ты мне будешь нужна. Пойдем сейчас снимать, и ты по ходу мне будешь говорить то, не то. Никуда я не пойду. Вообще-то у меня сегодня свои планы. А я? А ты ляг поспи, хай пожор. А то чувствую, добром это не закончится. Слушай, страшно вы народ, артист. Ради лайка готовы прыгнуть на тот свет, что-то отснять и вернуться обратно. Капец, я в шоке просто. Молодой человек, извините, не подскажете, где здесь мост? Поздравляю, девушка. Вы уже на мосту. Правда? Очень хорошо. А то меня здесь где-то должны ждать. Не знаю. Никого не видел. Да? Да. Жаль. Пойду поищу. До свидания. Девушка, у вас такое лицо знакомое. Вы случайно в кино не снимались? А у вас до боли знакомый голос. Вы случайно мне с утра сегодня не звонили? Может быть. Привет. Привет. А ну, специалист, пробуй. Готово, нет? Скажи, мы там пробуем, я аж вижу сырое. Ой, короче, знаток. Народ, привет. О, здорово. Знакомьтесь. Эльдарчик. Это Лиза. Лиза, это народ. Привет, привет.
Я Вика, Кристина. Приятно. О, персоналочка. Это мне, спасибо. И Васик для дамы. Держи, держи, держи. Спасибо. Ну что, за знакомство? Ура! Выдохну я вдох за тобой. Временем меряем силы бороться с сомнением. Ты мой герой, я твой герой. Жертвы жизни по правилам знайте. Больше не с вами мы просим. Разум отправили в гости и под кровать не ставьте. Ваши нотации знайте, мы вне гравитации, хватит нас уверять в том, что люди не могут летать. Расстояние нет, обниму целый свет, навстречу шаг. Горячо там, где ты. Мне не страшно сгореть для того, чтобы взлететь. Увижу, как упадешь с высоты. Я подарю тебе перышки, будешь птицей не. Возьму тебя за руку и воспарим. Выше в непритяжение дышим. В тоне движением тише. Без напряжения небо в огне. Я с тобой, ты во мне. Летим. Ла-на-на-на. Ну что, пока. Всего хорошего. Спасибо за доставку. Всегда пожалуйста. Спасибо, что выбрали нашу компанию. Прошу. Благодарочка. Ярик, может, выпустишь меня уже, а? Лиз, ты, походу, у меня в багажнике кое-что забыла. Спасибо, ребята. Прошу. Спасибо. Не за что. Я сейчас. Да понятно. Лиза. Слушай, зря ты со мной отказалась в багажнике ехать. Там не так уж и тесно. И совсем не страшно. Нет, нет, нет. На сегодня достаточно впечатлений. Кстати, спасибо. Обращайтесь. Может, я завтра позвоню? Звони, конечно. Наверняка я что-то в гидропарке забыла. Ну да. Ну что, пока? Да. Пока. Ильдарыч, ну ты лошара, а? Ты хоть бы чмокнул девушку на прощание. Рано, рано. У них категория 12+ еще. Да закройтесь уже, а? Садись! Поехали. Детка! Хай! А чё празднуем? Первого единственного подписчика? Единственного? А четырёх не хочешь? Воу!
Тогда давай я буду пятой, и алюминиевая кнопка Ютуба тебе обеспечит. Ну, хорош, хорош, Каринова. Хейки, ты давай, садись, это сам, садись. И, да, внимание на экран. Голая блондинка отжигает? Что ты там наснимал, старый? Ну, это так, заманушка. Ты давай, включай. Привет, пенсионеры! Этот видос как раз для вас. Я старался. Поехали! Старость в радость. Для этого нужно сделать всего лишь несколько простых шагов. Топ-5 шагов на пути к годной старости. Ты что с моим забором сделал, ты? Лиз, отдай топор! Твою маму! Не догнали? Обошлось. Избавляемся от гиподинамии, стрессов и пролежней. Да ладно, старье, не парься. Хватит забивать на здоровье. Да, иногда нам не хватает мотивации, но выход есть. Выход есть. Слышь? Выход есть. Шашки, шахматы, карты в топку. Только подвижные игры на свежем воздухе. Йоу! Дед, это мои носки, что ли? Да здрасте, это мои, не ношенные еще. Хватит ходить, как бомжарская бомжара. Купи себе модный костюм и ходи, как человек. На тебя забили твои внуки, потому что ты старый и нудный. Разговаривай с ними на их языке, бро. Хейтери, изи, жиза, зашквар, лакшери, вписка, лол, аватар. Загугли и выучи, будь молодцом, и внуки к тебе повернутся лицом. Скотина, куда залез, твою мать? Итак, шаг пятый и самый главный. Подписывайся на мой канал, будь всегда в тренде. В мире Жека, Собеса и IT-технологий. Что тебе на месте не сидится, старый маразматик? Снимает он тут. Совсем в детство впал, или оно в одном месте заиграло? Не будь как Иваныч, подписывайся, ставь лайки, жми колокольчик. Да, девочки? Йоу! Ну как? Лайк, репост и подписка. Горжусь. Ученик превзошел учителя. И слава богу, я волновался. А ты куда? Ну, пойду подпишусь. Это святое дело. И ты, Игла, скажи этим подружкам все своим, пусть подпишут. Угу, хорошо. Алло. Здравствуйте, Елизавета Александровна. Здравствуйте, а это кто? Это Геннадий Иванович. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Мы с вами договаривались созвониться, когда я освобожусь. Вот я, собственно говоря, вернулся и мечтаю поскорее вас увидеть.